Ну, началось. Фелисити Джонс и Эдди Редмейн в фильме «Аэронавты». Я верю, что ответы есть в небе. Там, наверху, я обрела высшее счастье. Господа, предвидеть погоду значит спасать сотни и тысячи жизней. Лондон, 1862 год. Мы ученые, а не гадалки на ярмарке. Используй шанс, они поймут твою работу. Думаю, они знают мою работу достаточно. Докажи, что они не правы. Я очень хороший аэронавт. Хочу делать то, что умею. Удел женщины — чувства. А она на показ выставляется. Мисс Рен, я хочу научиться летать. Но я не наемный учитель. Вы единственная, кто может подняться выше, чем кто-то вообще смог подняться. Так давайте. По мотивам реальных событий. Ну, началось. Вы хотели бы быть там с ними? Одни достигают звезд, другие приводят их ко мне. Сыровато становится. Этот шар и правда самый большой. Но и он не одолеет стихию. Держись! Есть ощущение, что они не вернутся. Мы странствуем по неизвестности. Будь светел. Обладательница Оскара Фелисити Джонс и обладатель Оскара Эдди Редмейн в этом декабре превысят всевозможные пределы. Дай мне руку! Аэронавты. В этом декабре.